Сумерки притихшие липнут по-детски к темным деревьям. Мы начали импровизацию на фортепиано. Не помню, в какой момент, видимо, еще на улице я шел и думал, что, наверное, будет вот такая импровизация. Вот так я начну. Вот сейчас я попробую так и начать ее. По какому поводу пришли мысли, не ясно. Но, может быть, вспомню, читаем. Черт! Черт! Прохладно оделся. 21 градус, компьютер сообщил мне. Но это было на солнце. Оно закатилось. Покашливая, все же иду торопливо. Напрасно перед сиренью стоял. Подобно беременной женщине, осенью она ко мне равнодушна. Пустынно на школьном дворе, все, что может бегать и прыгать, прирученное летом, сейчас на скверах, на речке, там, где не асфальт, а трава. У типографии старой, бесчисленные травинки, ведут бесчисленные разговоры любовные, поэтому там женщины возят коляски, поэтому на лужайках дети играют, поэтому на дорожках люди проходят, поэтому и я там иду. Зеркало пруда спокойное, изредка трогает носом любопытные рыбы. И два мальчонка камни кидали со смехом. На деревянной веранде 7 согнутых спин вниз смотрят. 6 крысок, взрослые дети ходят по водорослям или плавают быстро. Яблоки доедают и крошки. Фиолетовые цветы, сумерки торопят зачем-то. И это кажется, конечно, им бы солнечных дней, как и мне. Странно, нет ни уток, ни рыболовов. Может, пятницу пруд выходным днем объявил? В светлых и темных одеждах пара идет. Глаз заметался, не знает, за кем наблюдать, за ними или за отражениями у края пруда.
вспомнил. Вчера Танище из Лондона позвонила радостным голосом. Удалось ей цилиндр мне старый купить. Иду теперь и думаю про бакенбарды. Бакенбарды, не от этого ли слова барды произошли? Ах, да чего же чистое, светло-зеленое небо. Кое-где будто прежняя краска, слой развязны проступает. Сумерки притихшие, липнут по-детски к темным деревьям. Странно, плохо видны уже лица на лавках, а фонари не горят. Вот угадал, затеплились светлые головы фонарей. Это на скверах, а уличные фонари по-солнечному зажелтились, словно иголкой кто-то темных крон коснулся лукаво и пробивается на ночной картине солнце за ней. О, круглые желтые капли уже просочились.